Казаченки. Казаченки. Гімн Казаченки. Українська народна пісня. Вино, вино,
Мимо. Браво! И пели вместе с нами. До следующих встреч. Спасибо вам огромное. Представьтесь, пожалуйста. Девчонка Наталья Ефимовна, руководитель хорового коллектива «Сектор». Сколько лет существует ваш хор? Хор существует более 30 лет. И первым руководителем хора был Аурел Павлович Лазаван, Царство Небесное. А потом был руководителем Башко.
И после этого тоже человек ушел в мир. Ну, и после этого уже вот 10 лет. Да. Ну, вот репертуар у вас интернациональный. Гагаузский, молдавский, русский. Да. Это вы выбираете сами? Естественно, репертуар. Ну, как я? Да. Конечно, я прислушиваюсь к мнению хористов, что они хотят петь. Но есть программа обязательная, которую мы должны... обязаны петь, и классика у нас есть, и песни для души, потому что хор поет на трех языках, на три голоса. На три голоса. На три голоса хор поет, потому что когда мы сдаем аттестацию каждые 5 лет, хор подтверждает звание образцовый, и там требования другие чуть-чуть. Значит, ваш называется хор образцовый. Образцовый. Как называется он? Просто образцовый хор сектора Байкаль. Имя, например, Стяо есть у вас? Нет, у нас нет названия. Придумали. Пока нет. Да. Ну, возможно, будет. Да, и возраст какой у вас? Возраст у нас самый старший 90 лет, самый младший 61. Вот такой у нас, ну, в основном в среднем 80-85, вот такой возраст, 75, вот. Средний. Ну, а здесь вы выступаете впервые? Нет, что вы. Мы здесь постоянные гости, нас здесь любят. Всегда принимают очень тепло и хорошо. Просто, может быть, в силу того, что пандемия не собирается сейчас в полный зал. Но всегда мы здесь выступаем. Мы и к Новому году делаем подарки, и на Рождество им делаем подарки. Мы здесь частые гости. Мы здесь поем в основном песни такие для души. Как я сказала, старые песни. Главные. О любви. Популярные песни. Классику мы когда-то пели, но она не очень хорошо здесь воспринималась. Поэтому больше для души поем. Спасибо. Вас зовут Лидия Сергеевна Тюлеева. Закончилось мероприятие, которое вы организовали. Расскажите вот о сегодняшнем концерте. Этот хор, он назывался хор учителей раньше. Сейчас хор модель. Честному, сегодня концерт удался, по большому счету. Фактически, здесь в основном в хоре много музыкантов. Музыкантов с музыкальным образованием. Замечательные песни. Подняли настроение у людей, конечно. Немножко мало людей пришло, потому что праздник они уже отмечают кое-кто в комнате. Ну и я очень довольна сегодняшним днем. Благодарна Богу. Большой праздник, и нам удалось его провести хорошо. Сегодня в 11 часов был концерт, а в 3 часа еще один концерт. Так что будет, наверное, сегодняшний день заполнен концертами, вестями. Наш дом престарелых и инвалидов. Я здесь с 2002 года. И концерты, все праздники, концерты бывают у нас замечательные. Зал, как видите, хороший, красивый зал. Ну и сказать по-честному, нету коллектива в Кишиневе и нету одной музыкальной школы в Кишиневе, которые не были у меня на сцене. Спасибо большое. Желаю вам здоровья прежде всего. А энергии у вас больше, чем у молодых. Спасибо.